Меня зовут Сталина Владимировна, я преподаватель детской школы «Счастливый класс Витарко». Сегодня здесь, в стенах школы, будет концерт моей авторской музыки. В общем-то, это первый концерт, исключая тот, который был в полковой церкви, тоже недавно, в субботу. Так я постоянно, каждый год играю в полковой, там прекрасный зал, но обычно там исполняется просто гитарная классика. А сегодня вот впервые полностью мой концерт, на котором я буду вообще как ведущий. Скажите, почему именно гитара? Не знаю, нравится очень стремно. Как вы познакомились впервые с гитарой? В музыкальном училище, в консерватории и так далее, и так далее. Потом я преподаю уже здесь очень-очень много лет. То есть вы сразу в гитару пришли? Практически. Или все-таки до музыкального, до музыкального училища? Оркестровые инструменты, конечно. В мозаике я играла на домбре. Прекрасные инструменты, тоже струны. Но гитара, на мой взгляд, она на баче. Невероятно красивый инструмент. Внешне нравится или еще и только позиция? Конечно, звучание. Звучание и возможности инструмента. Потому что на доме в основном исполняется, ну, больше всего, конечно, исполняется народная музыка, предназначена для этого инструмента. Хотя звучат и переложения, скрипичной музыки, лептовы. Почему именно струны? Почему же духовые? Моя мама преподавала на фортепиано, и, в принципе, класс фортепиано у меня тоже неплохо шло. Но вот струны. Что подтолкнуло? Наверное, мама. Ей очень нравилось. Ей очень нравилось воспитывать во мне таким образом музыканта. Не держа руки за фортепиано, я у нее училась, я бы сказала. А именно просто как музыкант, визуально подсказывая мне по наитию, как оформлять звучание, как слышать, как чувствовать форму. Сегодня вы только вы это сольник, правильно? Да. Скажите, как много учеников учится? Достаточно много. Ученики очень разные. Мне бы очень хотелось, чтобы они немножко заразились вот этим примером творческим. Потому что сегодня вот буду звучать музыка не только для гитары написана, а для гитары это вам и скрипки. Да, правильно. Лео Браун, например. У вас много очень опыта, богатый опыт. А что больше всего вам нравится? Свобода творчества. Свобода творчества. Абсолютно своя методика. Свой личный выбор в репертуар, исходя от возможностей ребенка, от своего пристрастия. Ну, у каждого преподавателя есть свои секреты. Затрудняется, так сказать. Мне кажется, все наши преподаватели по-своему в чем-то большие артисты. Хорошие педагоги, хорошие чувства каждого ребенка, как личности. Они сами приходят? Ой, все по-разному. Все по-разному. Иногда дети приходят, зная уже инструмент, слыша его где-то, уже внутри. Некоторых родителей приходят в надежде, что детям привьется, чувство прекрасное. Часто дети проникаются в музыку, связанную с Ну, такая статистика, скажем, зависит от времени и от способности детей. От времени, Юрай, от родителей в том числе. Посмотри, телефон дома оставила, да? Потому что есть родители, которые... Быстро, поищи по квартире. Дома, да? А, то, чтобы ребенок... Все, включайся. Все, хорошо, включайся. А, спасибо большое. Мне быть просто успешным и мастерством. Спасибо. А вот это будет деятельность.
конечно, по-разному. Бывают дети, связанные. Самая большая трудность – это нехватка времени. Может быть, обидно будет для общеобразовательной школы или для программы общеобразовательной школы, но она, мне кажется, не пассивна сейчас для детей. Дети лишены возможности быть более свободным в выборе досуга, времени для этого досуга. Очень загружены. Невероятно загружены. Они мечутся, у них все время будет на подготовку домашних заданий, а музыка тоже требует большого усердия и времени. Спасибо. Здравствуйте, дорогие наши. Я очень рада, что вы сегодня с нами в этом зале. Сегодня такой творческий вечер, творческая встреча. И мне хотелось бы начать ее словами Андрея Шаламова. Звучала музыка и таяла душа, а чувства были смазаны, как краски. Мелодия плыла хрустально, не спеша, цветочным вальсом из забытой сказки. Поэзия, музыка – это творчество, это полет фантазии, это разговор души, это мелодия, которая льется из глубины сердца, которая переполнилась уже чувствами, образами, гармониями, и которая вдруг выплескивает это все через край, и ноты, и стихи вдруг волшебным образом обретают стих, обретают ритм и рифму. Сегодня будет звучать моя музыка, да все по-разному. Кто-то в хлопотах, кто-то в беспечности. Творим мы жизнь и судьбу свою, всяк по-своему. Ты и я. Но все мы лишь инструменты малые в необъятном оркестре вечности. И все создаем музыку, мелодию бытия. Тихая мечта. Если хочешь, ладонью тронь море, это живой огонь. Море — это купель без дна, сон из яви и явь из сна. Море — это дыхание сфер. Если любишь, любовь без мер. Если хочешь дойти до звезд меж землею и небом. Это уснувший гром, сплав из вечности серебром, мир, где время бежит легко, прямо в сердце живой рекой. От черты до черты вода. Век бы слушать, придя сюда, как поет глубиной у ног грудь, в которой смеется Бог. Баллада о парусе. Thank you.
Все без чистоты, как жаждала природа очищения. И дерева, и травы, и цветы вымаливали праздником овенья. И, наконец, явился Аки-царь, дробя громами тучу дождевую. Вода небес, не уклоню лица, приемля благодать твою живую. Вода небес, ты солнечно светла, в потоках ясных милосердия вижу. Кто выжил бы, когда б ты не несла моей земле благословение свыше? Под каплями дождя. Thank you.
скрипит, ей не судьба умолкнуть. Внутри на самой верхней полке стоит шкатулочка потерь. Там радость встреч, разлуки, боль, все то, о чем я вспоминаю, что возвращает память вновь. Я часто там замки меня. Вальс воспоминаний. Встречайтесь с первой любовью. Пусть она останется такой, острым счастьем, или острой болью, или песней, смолкшей за лихой. Не тянитесь к прошлому, не стоит. Все иным покажется сейчас. Пусть хотя бы самое святое неизменно остается. На рассвете.
сейчас мне хочется прочитать стихотворение Жанны Казанцевой. Три розы. Чуть-чуть подробнее. Ой, очень тяжело. Три розы румянились в глазе хрустальные. Чудесные розы, нарядный букет. Одна щебетала. О, я идеальна, прелестней меня не встречал белый свет. Другая, в восторге глаза закрывая, шептала. О, Боже, я так ароматна, что в пенье своем соловей, замирая, ту сладость вдыхал, забываясь приятно. А третья воскликнула дерзко, любя свое отражение в гранях стеклянных. А третья воскликнула с гордостью. Я и розы увяли в куске хрусталя. Барышня и зеркало. Девушка пела в церковном хоре, о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье белом луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, и что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат причастный тайнам плакал ребенок о том, что никто не вернется назад. Thank you.
лицо зимой, лес украшен бахромой, звонкий снег искрится, иней серебрится, тихо ель качается, старый год кончается, смех, веселье, игры, шутки, песни, радость, пляски. Хорошо нам всем живется в новогодней сказке. Рождественский вальс. Thank you.
Отзовется рояль диссонансом. И его я спросила: ну как же мне быть, чтобы струны запели романсом? И ответил мне старый и мудрый рояль, перламутром и углем сверкая: чтобы песня звучала, на всех ты играй, цвета клавиш не различая. Я сказала: спасибо тебе за совет, эту истину я принимаю. Мне ж теперь ни к чему этот странный запрет. Ведь на струнах души я играю. Танец «Башмачок». Страданием насладиться. А вторая дева говорила:
Для тебя я шью, о мой любимый. Пусть весь мир погибнет лютой смертью, только б ты был Господом хранимый. И шептала тихо третья дева: шью для всех, будь другом или ворог. Если кто страдая умирает, не равно ли он близок нам или дорог. Усмехнулась в небе Матерь Божия, те слова пред сыном повторила. Третьей девы белую одежду на Христовы раны положила. Радуйся, воистину воскресший, скорбь твоих страданий удалится. Ныне сшита кроткими руками чистая Христова плащаница. Когда выходит криво, твои нелепые мотивы никто не в силах повторить. Не бойся в камни прорастать, под небосвод поставив плечи. Пусть без мечты порой и легче, не запрещай себе мечтать. Танго – музыка в подарок. Thank you.
распахните окна, отворите двери, новый день впустите звонкий, мокрый, спелый. Дождь прохладный, щедро поливает клёны. Чувствуете? Пахнет свежестью зелёной. Не хочу быть дома, прятаться под пледом. По весёлым лужам шлёпаю я в лето, а над головою слёзы проливая, сгорбилась по бабье туча грозовая. Не скучный дождь?
попозже солнце, когда оно еще за дымкою неплотной, когда песок на берегу не жжется, когда еще он влажный и холодный, встать рано утром, чтобы каждым нервом почуять свежесть утреннего счастья, чтоб сердце было настежь, окна настежь. Пусть окна, занавешенные небом, одним лишь небом тихим и бездонным, одним лишь небом до предела светлого не закрываются. Фантазия. Thank you.